Арендаторов для велопроката выберут через неделю, павильоны оформят в едином стиле, а закрывать вантовый мост для велосипедистов не будут. Спортивный отдых на острове Татышев обсуждали сегодня в горсовете. Выяснилось, проблема с велопрокатом решена только до конца мая. Центр реализации социальных проектов заключил договор с одним поставщиком почти на 400 тысяч рублей. В аренду предоставили 220 велосипедов, и, по словам руководителя центра, этого пока достаточно. Летом пунктов проката будет 15, 4 павильона останутся за муниципальным предприятием. На остальные площадки арендаторов выберут в конце месяца. Все проходит абсолютно прозрачно, устраняем все коррупционные, там, скажем, составляющие, которые только возможно были. Не нужно получать электронные ключи, не нужно каких-то там документов собирать. Есть у нас заявительная форма, они заявляются, есть определенное время, чтобы все успели, ну и все участвуют в свободном доступе. Все абсолютно честно, прозрачно.